Электронные больничные уже не новшество. Все чаще именно таким образом предпочитают оформлять листок нетрудоспособности. Это одна из 19 государственных услуг, которые оказывает Фонд социального страхования. На днях запустили еще один электронный сервис. В этот раз нововведение для предпринимателей и организаций. В мобильном приложении Федерального фонда социального страхования в личном кабинете можно подать документы на подтверждение основного вида экономической деятельности. Обязательное условие – наличие электронной подписи. Раньше подобные заявления можно было подать только через госуслуги, либо в бумажном виде принести в фонд. Заявление поступит непосредственно на сайт регионального отделения фонда. Соответственно, страхователю не нужно приходить в региональное отделение, выстаивать очереди, поскольку подтвердить АКВЭД необходимо до 15 апреля. Достаточно в электронном виде направить заявление, и мы также в электронном виде направим страхователю уведомление об установлении тарифа по виду деятельности, по виду экономической деятельности.